Приветствую на канале Никлайк, с вами Николай, и сегодня у нас Димаш с его песней Give Me You Love. Я взял запись онлайн-концерта, который недавно проходил, Digital Show. Давайте послушаем эту песню, оценим, как обычный слушатель, понравится, не понравится, но тут очень много будет отсылочек, кстати, к Майклу Джексону, так как Димаш является его поклонником, насколько я читал у вас в комментариях, что вы мне писали. Поехали, послушаем, оценим. Понравится нам, не понравится, давайте чуть здесь погромче сделаем. Извиняюсь, я чуть не настроился. Все. А также танцевальные движения, это отсылочки к Майклу Джексону. Да, скорее всего, эта песня как раз и связана с Майклом Джексоном, и он, наверное, ее сделали и написали ради Майкла Джексона, насколько я понимаю. Круто, круто сделано. Круто, круто. Круто.
крутая позитивная песня. Если честно, мне больше нравится стиль пения, вот, который он сейчас исполнил, Димаш, так как я не очень любитель, как сказать, и оперного пения. Не сильно я люблю, видимо, такое. Хотя у него восхитительный голос, и он может в любом стиле петь. Рэп, не рэп, я думаю, он любой стиль музыки может, если захочет, исполнить. Позитивная песня про любовь. Круто было исполнено, все сделано на высшем качестве. Мне она очень понравилась. Надо ее себе в плейлист записать. Спасибо вам за просмотр. Димаш, как всегда, красавчик. Пишите в комментариях, что вам в этой песне понравилось. Может, я что-то неправильно сказал, может быть, что-то правильно напишите. Но я думаю, как раз эта песня вот, именно была как раз отсылочка к Майклу Джексону. Даже и в стиле музыки. Там много моментов было, которые как раз идут вот. Чувствовалась вот та школа, вот то исполнение песен. Спасибо вам за просмотр. Всем пока-пока. До скорого. Увидимся на канале.